Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Це Володимир Федорченко, голова незалежної профспілки працівників підприємства «Югцемент». Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Володимир Валентинович, ну, собственно, Николаївське средство масової інформації, в тому числі наша телекомпанія, уже сообщили николаївцям о том, что в нескольких судах Николаева, города Николаева и Николаевской области рассматриваются судебные иски, связанные с некими трудовыми конфликтами, возникшими на предприятии «Югцемент». Вы, собственно, один из участников такого процесса. Да. К тому же вы руководитель профсоюза независимого, который существует на этом предприятии. Поэтому, ну, можно смело говорить, что если подобные конфликты и происходят на иных предприятиях Николаевской области, они как-то там, ну, все это происходит где-то там. Такой публичности и огласки это не получает. Поэтому тем более интересен тот прецедент, который, собственно, возник на Югцементе. В чем суть трудового конфликта? Суть конфликта, в общем-то, проста, понятна любому работнику, да и любому постороннему человеку. Трудовой коллектив заинтересован в защите своих интересов. Он это решил сделать вот путем, в том числе, создания независимого профсоюза, с тем, чтобы подписать нормальный, с точки зрения рабочих, коллективный договор. Администрация против этого процесса и, естественно, скажем так, вот, все события, которые происходили, к сожалению, вышли в русло судебных разбирательств. Хотя принципиально наш профсоюз, хоть и является, скажем так, независимым, но он в первую очередь нацелен на гражданский диалог, на нормальное общение с администрацией, с представителями собственника. Но, к сожалению, пока не получается. Когда возникла идея, когда, собственно, возник профсоюз на предприятии? Независимый профсоюз. Независимый профсоюз возник, идея возникла летом прошлого года. Зарегистрирован Министерством юстиции, он был в октябре 2014 года. Толчком к этому послужил, ну, случай чрезвычайный, когда одного из работников нашего предприятия, по которому дело в том числе сегодня находится в суде Николаевского района, во время, скажем так, опроса избил начальник, тогдашний начальник службы безопасности завода. Вот. Это, конечно, возмутило всех рабочих. Вот. Была, скажем так, стихийная такая манифестация перед зданием администрации. И после этого вот эта идея независимого профсоюза, независимо по той простой причине, что существующий на заводе профсоюз ничего не сделал для защиты рабочего. Наоборот, стал на сторону руководителя службы безопасности. Вот таким образом идея возникла, которая в конце концов оформилась в регистрацию организации, которую зарегистрировали изначально всего 3 человека, но в течение буквально 3 недель в ряды независимого профсоюза вошло 67 человек. А сколько всего работающих на предприятии? Речь идет о десятках, о сотнях людей? Немногим более 400. Немногим более 400, включая временных рабочих, которые увольняются вне сезона и набираются снова с начала сезона. Поскольку, собственно, вот и на этот конфликт, связанный с избиением работника, ну, как минимум, наша телекомпания обращала внимание, чем закончилась эта история? Тут уже, по ходу, давай. Увольнением этого рабочего. Директор все равно настоял на увольнении этого рабочего. Но у вас выше прозвучало, что и начальник охраны уже бывший. Бывший, потому что он на заводе сегодня, его нет. Начальник службы безопасности. Где он, дальнейшего судьба нам неизвестна. Специально мы не узнавали, потому как бы этот человек для нас ценности-то, в общем-то, никакой не представляет. Он не является в общечеловеческом смысле членом трудового коллектива. Он не работает с нами вместе, скажем так, в общем-то, по большому счету, чем он занимается для простого рабочего, вообще мало понятно. Вот. Где он сегодня, мы не знаем. Хорошо. Продолжая тему независимого профсоюза. И вот после этой истории, достаточно скандальной, возникла идея сформировать независимый профсоюз. Да. Можно сказать, альтернативный существовавшему на тот момент на предприятию? Можно было бы сказать, если бы существовавший и сегодня существующий профсоюз, ну, представлял из себя организацию, которая делает что-то, защищая экономические права, социальные права рабочих, можно было бы сказать. Но, к сожалению, старый профсоюз,
организацию из себя не представляет по основным квалифицирующим признакам организации как таковой. То есть есть руководство профсоюза в лице одного человека, есть списочный состав правкома, ну, пожалуй, и все. Есть еще некоторые мероприятия больше развлекательного плана, как-то выезды однодневные на море. Женщин, да, с 8 марта поздравляют? Женщин с 23 февраля. Мужчин с 23 февраля не поздравляют, женщин с 8 марта, да, поздравляют. Можно, наверное, все-таки говорить, что, наверное, не всех работников предприятия, ну, такой объем работы устраивает. И вот вы говорите, что в какой-то момент к независимому профсоюзу несколько десятков человек решили присоединиться. Как дальше развивались события? Дальше события развивались, в общем-то, к сожалению, по предполагаемому нами сценарию. Администрация начала, скажем так, активно противодействовать работе профсоюза. Потому что, в общем-то, и на начальном этапе, и на всех последующих этапах профсоюз опирается на взаимные договоренности с руководством предприятия, с администрацией предприятия. Мы планировали это также, этот процесс организовать, но не получилось. Администрация не признавала и не признает наш профсоюз и не делает абсолютно ничего для того, чтобы наладить с ним какое-то деловое сотрудничество. Поэтому в ближайшем будущем, скажем так, вот после октября, после регистрации профсоюза, а именно в начале декабря, был, собственно, уволен и его руководитель, то есть я, вот по надуманному основанию, вот, это дело также сейчас находится в суде, в суде Ленинского района, я надеюсь, оно вскоре завершится. Ну, помимо всего прочего, были наказаны не так, правда, жестко, то есть не до увольнения это дело дошло, и часть активистов профсоюзных. В частности, они многие получили выговора, были лишены премий, то есть те наказания, которые могут сделать, в общем-то, представители администрации, условно говоря, в любое время, в условиях работы нашего завода. Потому что производство при всем этом достаточно сложное, много опасных моментов, достаточно много моментов сложных в плане охраны труда. И поэтому при большом желании можно лишить весьма значительной для рабочего суммы, просто оштрафовав его, лишив его ежемесячных премий, годовой премии, вот, что, собственно, администрация использует. И, естественно, в первую очередь в отношении членов нашего профсоюза, его активистов. А была попытка как-то наладить диалог? Ну, действительно, в принципе, Ольшанское, ну, такой поселок, он как бы недалеко вроде бы, например, от областного центра, но это как туда больше в лес, к речке, туда, да, как-то, ну, так в стороне от проезжих дорог. Ближе к плавням. Ближе к плавням, скажем так. Да. Вот. По большому счету, в общем, люди живут, ну, так я могу допустить, в очень непростых таких условиях, село, пусть даже промышленное предприятие, но вот, собственно, весь этот сельский контекст, он достаточно такой. Поэтому были ли, я не знаю, там настроения, попытки как-то наладить диалог? Ну, в принципе, я на самом деле допускаю, что люди дорожат своей работой, и она важна для них, и это, казалось бы, ну, такой стимул для того, чтобы найти общий язык, да и работать на предприятии, или я ошибаюсь? Безусловно, подавляющее большинство рабочих дорожит своей рабочей, работая на предприятии. Не только потому, что это единственная работа в этой местности, где выплачивается регулярно заработная плата, где есть, скажем так, хоть какие-то условия и в плане охраны труда, обеспечения спецодеждой, спецобувью. Но еще и потому, что ведь очень у многих их отцы и матери работали на этом заводе, строили этот завод. То есть они, подавляющее большинство рабочих, именно рабочих, являются потомственными рабочими, потомственными работниками этого предприятия. Конечно, 20, 30, 40 лет тому назад это предприятие называлось по-другому, но для рабочих это был их завод. Они так сегодня и говорят, это наш завод. Там работали их отцы, там работали их матери. Поэтому они еще и поэтому очень, безусловно, ценят. Но отвечая на вопрос, были ли попытки наладить контакты, диалог, безусловно, были. Я несколько раз был на приеме у генерального директора Петренко Федора Николаевича, пытаясь наладить диалог, но пока ничего не получилось. Что будет в будущем, посмотрим. Верим, конечно, в лучшее будущее, потому что, к сожалению, конфликты, хоть, может быть, на первый взгляд и малозначительное, то есть трудовой конфликт, там единичный, там,
два, три, четыре конфликта, которые выливаются в судебное разбирательство, они все-таки осложняют вот, социальную напряженность, все-таки не увеличивают в этом компактном населенном пункте, а Ольшанская именно компактный населенный пункт. И, безусловно, в общем-то, они не улучшают ситуацию как в регионе, так и в стране в целом. Нам нужно максимально избегать подобного рода напряженностей, но пока у нас этого, скажем так, не получается. Предмет судебного разбирательства, которое касается лично вас, оно, этот предмет, собственно, непосредственно ваше увольнение, да? Да, да. Восстановление на работе. Я прошу восстановить меня на работе. А что стало причиной, извините, увольнения? Это ведь тоже важно. Может быть, у администрации предприятия есть некие мотивы? Мотив послужил прогул. Я, как обычно, работник предприятия, но на тот момент уже являющийся председателем правкома, руководителем независимого профсоюза, взял один день без содержания, согласно заявлению, поданному за сутки непосредственным руководителем и, соответственно, завизированному им. Один день я брал не для личных нужд, скажем так, а для проведения за пределами завода конференции представителей трудового коллектива работников ПАО «Югцемент», которую, собственно, и провел. Тема конференции была простая и, в общем-то, понятная. Это было начало ноября месяца 2014 года. У работников предприятия было много вопросов относительно деятельности вновь возникшего профсоюза. И я должен был, естественно, на них ответить. Каждому подробно, значит, так, чтобы было всем понятно, что мы, кто мы и зачем мы. Ну вот, собственно, 5 ноября я проводил эту конференцию трудового коллектива, находясь, как я полагал, в отпуске без содержания, без сохранения заработной платы. Ну, директор предприятия решил по-другому. Он решил, что это прогул, скажем так, не подписав мое заявление. И де юре он как бы оказался прав, потому что я не находился на рабочем месте, я проводил конференцию трудового коллектива, хотя де-факто, безусловно, это просто, скажем так, формальный повод для того, чтобы уволить руководителя профсоюза, вот такого нежеланного для предприятия. А насколько подобный, я не знаю, вот такой вот, такая коллизия, скажем так, характерна вообще для Украины? Я имею в виду, ну, на самом деле Украина не только аграрная, но и промышленная страна. Достаточно большое количество промышленных предприятий. Допускаю, что существующие, там много лет формально существующие профсоюзные организации не всех работников устраивают. Могут возникать аналогичные, собственно, созданные вами независимых профсоюзных организаций, независимые профсоюзные организации. Возникают вот подобные трения, конфликты? Насколько подобный конфликт, который есть вот у нас здесь, в Николаевской области, насколько он характерен для страны вообще? Я думаю, он очень характерен. Вы совершенно правы, когда говорите, что существовавшие и существующие профсоюзы не устраивают часть работников. Скажу более того, они не устраивают основную массу работников. По той простой причине, что они на каком-то этапе определенном, не могу сказать точно на каком, очевидно, в разных местностях это по-разному, прекратили выполнять свою главную функцию – защиту экономических прав рабочих. Они прекратили требовать повышения заработных плат, соответственно, скажем так, инфляционным процессам, которые идут в стране, соответственно, росту цен хотя бы на товары первой необходимости, на продукты первой необходимости, на коммунальные услуги. Профсоюзы вышли вот из этой части жизни рабочего и, естественно, сразу перестали, скажем так, устраивать рабочих. Потому что организация профессиональная, она, в общем-то, прежде всего предназначена для защиты экономических интересов. Затем уже идут и социальные, и все остальное. Но прежде всего, это главная задача. И как только профсоюз ее перестает выполнять, он не нужен рабочим. Поэтому, конечно же, наша ситуация не единичная. У меня, к сожалению, нет подробных материалов, где, кто, как еще сегодня находится ли в судах и каким образом спорит, скажем так, с администрацией из независимых профсоюзов. Я знаю только лишь, что последние полгода, 6, 7, 8 месяцев по Украине, в том числе и в Николаеве, в Николаевской области, возник целый ряд независимых профсоюзов или свободных профсоюзов. Ну, собственно, дело не в названии, дело в смысловой нагрузке,
которая прежде всего ставит своей задачей борьбу за экономические интересы рабочих, за повышение заработной платы. В особенности на предприятиях, стабильно работающих, зачастую которые являются собственностью иностранного инвестора, как и наше предприятие входит в группу Дикергоф, производители цементов, бетонов, одна из крупнейших корпораций в мире. То есть здесь не может быть, скажем так, речи со стороны администрации или оправданием не может звучать то, что у предприятия нет прибыли, например, там, или нет денег для повышения заработной платы, потому что объем выпускаемой продукции растет, цена на отпускаемую продукцию растет, доход предприятия растет, заработная плата, хотя бы, скажем так, соответственно, не растет. Простой вопрос, почему, остается без ответа со стороны собственника и администрации. Ну, возможно, ответом является просто увольнение тех, кто задает эти вопросы. Это не ответ. Это неудачная попытка решения этого вопроса. Она неудачная по той простой причине, что все-таки эта страна принадлежит народу, и все, что есть в этой стране, в том числе недра, энергоресурсы, трудовые ресурсы, это собственность народа. Это, собственно, всех и обнадеживает вот в этом диалоге, в этой борьбе за свои экономические интересы. Всех, я имею в виду, рабочих, членов профессиональных союзов. Поэтому вот за этим будущее. Также не могу не спросить. Вы совершенно справедливо упомянули, что предприятие «Югцемент», оно, ну, скажем так, оно имеет еще и европейского инвестора. Мы все слышим о том, что, ну, скажем, в Европе существует определенная традиция работы профсоюзов. Ей то, что называют, там, сотни лет. И вот, как мне кажется, вот подобные конфликты, наверное, не могут произойти там, откуда пришел инвестор сюда. Или я ошибаюсь? Сегодня, конечно, не могут. Потому что собственник в Европе прекрасно знает, чем чревата социальная напряженность, будь то в маленьком населенном пункте, будь то в области или в стране в целом. Они прекрасно знают не только, чем чревата, но и сколько стоит эта социальная напряженность. Стоит она очень-очень дорого, даже если иметь, скажем так, считать выражение в денежных национальных единицах. Поэтому они стараются этого избегать. Поэтому всячески, скажем так, стараются налаживать, беседовать, обсуждать, спорить, договариваться, идти на уступки. В этом смысл, собственно, сотрудничества профессиональных союзов и собственника. Здесь чисто отечественная традиция, может быть, сыграла. Руководство-то все-таки у нас местное, украинское, я так понимаю. Мне неизвестно гражданство руководства предприятия. Поэтому традиции, вы знаете, больше напоминают простые колониальные традиции. Возможно, такие традиции, скажем так, были характерны для предприятий в Индии начала, скажем так, 20 века или конца 19-го, в Африке вот, до середины 20 века. Вот. Мы против такого рода традиций, и эти традиции здесь не укоренятся. Здесь совершенно другой народ, свободолюбивый народ. Народ, который имеет большое, скажем так, чувство достоинства, несмотря на все коллизии, которые происходят в стране и были. Вот, я верю в то, что он сможет отстоять все то, к чему стремится. Хорошо. Ну, то есть, в любом случае, собственно, судебное разбирательство работников с предприятием, работников, чьи интересы ущемлены, они продолжаются. Ждем, по всей вероятности, судебных решений. Да. В любом случае продолжаем информировать, в том числе и николаевцев. Возможно, и ваш опыт, ну, не знаю, и позитивный, и негативный, тоже для кого-то станет уроком. Также на это рассчитываем. Как вообще местные, ну, может быть, подводя итог разговору, как вот вообще не только люди, работающие на предприятии, а люди вообще вот в Ольшанском, в близлежащих селах, все-таки достаточно такая, ну, как мы говорили выше, глубинка. Как люди реагируют на вот этот конфликт? Люди реагируют хорошо. Даже не в том плане, что они начинают активно поддерживать. Многие высказывают, безусловно, поддержку. Многие боятся поддерживать открыто, поэтому, скажем так, просто сопереживают нам, морально поддерживают. Часть поддерживает и своими какими-то действиями, часть поддерживает и финансово при всей, скажем так, скромной финансовой, скажем так, в возможностях есть такая поддержка, есть, она очень ценна.
Безусловно, регион, вот этот Николаевский район, поселок Ольшанское, население проживает компактно, работа только лишь на цемзаводе есть. Но, тем не менее, народ хочет стремиться все-таки к лучшему, он хочет изменить свою жизнь к лучшему. Никаких других путей пока, вот кроме того, чтобы самим что-то сделать, люди не видят. И, по большому счету, ни во что другое не верят. Они сегодня поддерживают и активно сопереживают такого рода процессам, потому что они им дают надежду, потому что они своими силами могут добиться чего-то положительного. Пусть даже минимального изменения в своей жизни повседневной, положительного, но не смогут добиться. В том числе, скажем так, вот такого рода процесс, как появление независимого профсоюза, начало борьбы за свои права, отчасти стимулировал и процесс возникновения территориальной общины в поселке Ольшанское, которая сегодня находится на начальном этапе. Это также очень интересный процесс становления гражданского общества, мирного диалога по самым сложным вопросам в отношении с властью, в отношении с собственником предприятия, с администрацией предприятия. Потому что ни для кого не секрет, что поселок Ольшанское живет в основном за счет завода. Вот. Ну вот, таким образом. Поэтому оптимизм вы сохраняете? Безусловно. А оптимизм этот не просто беспочвенное какое-то свойство натуры там, или характера. Этот оптимизм — это следствие вот достаточно большой поддержки, всякого рода поддержки со стороны местного населения, со стороны народа. Но тут только остается пожелать вам успеха в вашей, в общем-то, да, непростом таком противостоянии, потому это что, да, я не знаю, победа, она морально укрепит и остальных, я думаю, и работников предприятия, и просто жителей поселка, да и жителей, я думаю, и близлежащих сел также. Да, безусловно. Спасибо. Володимир Федорченко, голова незалежної профспілки працівників підприємства «Югцемент», будь нашим гостем, то відповідає на наше питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо.